Борьба с курением в Сочи началась задолго до официального закона об ограничении табакокурения на территории страны. Курорт один из первых подписал хартию «Сочи против табака». Антитабачные акции и рейдовые мероприятия проходили не менее 3 раз в неделю в каждом районе города. Ларьки и магазины, где продавали сигареты несовершеннолетним, подвергались пикетированию. Представители молодежного парламента также фотографировали курильщиков, бросающих окурки на улице или из окон своих квартир. А во время совместных рейдов на таких неаккуратных сочинцев составлялись административные протоколы. Такие меры принесли результаты, и по оценке экспертов, Сочи действительно стал свободным от курения. Но, к сожалению, сегодня вновь можно увидеть курильщиков там, где их быть не должно. Возмущаются многие, особенно молодые мамы. Москвичка Надежда Кузьмина приехала со своим маленьким ребенком в Сочи на отдых. От самого города в восторге, но увезет не совсем хорошее впечатление. Написано: город свободный от курения. Вот я не знаю, почему этот город называется свободным от курения. Когда я вижу, ну, достаточно часто курят в разных, во мне так и местах, где нельзя курить. Сделала замечание, недавно в автобусе ехала, и почему-то водитель решил покурить. И я пошла, ему сказала, что он не курил. У нас там не курят на вот этих открытых веранках, а здесь это нормально. То есть, если я пришла в кафе, я хочу посидеть снаружи, то я не посижу. Ну, то есть, я могу сесть, но рядом со мной могут сесть и курить. А я с ребенком, как бы, мне это не очень приятно. Такого же мнения о курящих и гости из Ижевска. В Сочи люди приезжают за свежим воздухом, а в итоге, прогуливаясь по живописным уголкам курорта, им порой приходится дышать дымом. Интересен ваш город. И с детьми, конечно же, хочется, чтобы рядышком не курили, не было табачного дыма вот этого. Пусть будут отведенные для этого места, и люди придерживаются этого, конечно, чтобы курили там. Не только гости курорта замечают большое количество курильщиков. Многие сочинцы также недовольны таким поведением горожан, которые, не задумываясь, наносят ущерб не только здоровью, но и окружающей среде, выбрасывая на землю окурки. Не переношу дым. Плохо отношусь к курящим, которые в общественных местах. Предлагаю бросить курить и наслаждаться жизнью. Без этого. Сочинцам теперь снова будут настоятельно рекомендовать бросить курить. Возобновятся профилактические рейды, нарушителям грозят административные штрафы. А владельцам кафе напомнят, гостям не только можно, но и нужно запрещать курить в зале и на верандах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.